Руслан, добрый день. Мы очень рады видеть вашу компанию, компанию Canon Technologies, на таком вот большом форуме. Расскажите, почему вы вообще сюда приехали, так сказать, вот в нашу Россию, так сказать, что вас здесь привлекает и что предлагает ваша компания в качестве решений? Добрый день, Дмитрий. Большое спасибо за такой форум. Очень приятно, нет слов, практически очень приятно здесь работать. Люди настолько заинтересованы, настолько им все интересно, они уже знают о нас, хотя мы заходим совсем зажим. Но сайт dcnt.ru очень популярен. dcnt.ru, он очень популярен, да, люди к нам обращаются с помощью вам. Спасибо вам, Дмитрий. Люди пишут нам даже письма, будете ли вы на конференции 11 апреля в Питере. То есть даже если вы бы не хотели поехать, то есть люди просто вас заставляют. Люди требуют это, да. Понятно. Пожалуйста, приедьте, мы интересно. Мы это почувствовали сейчас, очень большой интерес. И что вот предлагает ваша компания? Вот что является такой изюминкой вашей компании? Наша компания предлагает решение для дата-центров, для ЦОДов. Скажем, от шкафов до конечного под ключ. Понятно. А есть какие-то решения, которые позволяют очень много охладить, то есть когда вот требуется охлаждение достаточно большое, там 10 киловатт, есть у компании какое-то решение? Да, мы представляем межрядные кондиционеры 200 миллиметров, то есть 20 сантиметров. Всего 20 сантиметров? Всего лишь 20 сантиметров, которые охлаждают 25 киловатт. Это не фантастика? То есть, такие реальные объекты? Например, в Англии есть? В Англии есть, потому что мы в Англии. Понятно. И вы можете пригласить, если вот кто не верит, например. Пожалуйста, приглашаем гости на свой. Еще один такой вариант, что все наше производство производится дома, то есть в Canon. Уважаемый Дмитрий сам был, сами своими глазами видел это все. Может вам подтвердить. Да, меня это впечатлило, честно я скажу. Дмитрий это впечатлило. Все автоматизировано, все делается машинами. 90%, скажем. Мы не покупаем с Китая, с Турции, все производится дома. Понятно. А вот скажите, вот насколько востребованы модульные ЦОДы? Вот вы ощущает компания спрос на именно модульные ЦОДы? Вот есть какие-то большие проекты у вас по модульным ЦОДам? На сегодняшний день у нас один из самых больших проектов – это в Африке. Банки в Африке заказали на сегодняшний день 15 модульных ЦОДов. Это большой проект. Также проекты с модульными ЦОДами, они заказывают их, скажем, военные силы, вся армия. И уже два стоят в Афганистане. Понятно, то есть уже конкретные... Есть спрос. Даже я заметил сегодня немаленький процент интереса в России по модульным ЦОДам. Да, я вам, кстати, говорил, что это будет... Да, я ваши слова подтверждаю. Да. Очень большой. Руслан, вам большое спасибо за поддержку, за вот это участие в таком форуме. Кстати, хотел спросить, помнишь, мы с тобой разговаривали, ничего, что на ты мы перейдем, по поводу, ты хотел сравнить, вот что было в Лондоне и что в Санкт-Петербурге. Вообще, ну, чуть-чуть, вот так сказать, ваших впечатлений. Ваше впечатление, я скажу откровенно. И по цене, если вопрос... По цене, я это не хотел говорить. Если сравнить цену, скажем, что мы были в Москве на DCD, да, это не секрет, и мы приехали сюда, это... Я бы лучше сюда съездил бы 10 раз, чем один раз на DCD. А, так вы были на DCD в Москве? Да, мы были сами на DCD в Москве. То есть вы точно говорите, что вот у нас было масштабнее, да, мероприятие? У вас масштабнее, да. Больше интереса. Спасибо большое. Мы, кстати, не ожидали, что вы, так сказать, нас будете сравнивать. Я абсолютно никакой, это случайно, так сказать, не было никакой договоренности. Я вот чего хотел сказать. Так. Спасибо, и мы очень рады, мы действительно реально очень стараемся, и мы рады, что все вот участники оценивают, что это самое большое мероприятие в России, но мы еще придем в Москву, то есть на самом деле в Москве мы сделаем в два раза больше, чем, соответственно, в Питере, и тоже будем рады видеть вашу компанию. Обязательно приедем. Большое вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо.